сотни тысяч наших граждан, которые в преддверии выборов скупили все авиационные билеты на Запад. Вот мои помощники проверили некоторые наши авиакассы. До 1 июля все билеты закуплены. Что такое? Купальный сезон наступает? В апреле закупать билеты? Полностью на все рейсы на Запад билеты скуплены. Вот я бы предлагал создать парламентскую комиссию, потребовать списки граждан, скупивших билеты в направлении на Запад, и посмотреть, кто же это такие так торопится скорее иметь возможность гарантию выезда из страны. Попросить действующего президента закрыть на технический, на профилактику аэропорт Шереметьево-2. Вот буквально сейчас с 1 мая по 1 июля. У нас мавзолей Ленина был закрыт на несколько месяцев для профилактики. Теперь давайте закроем Шереметьево-2. И посмотрим, что эти граждане будут делать в отсутствии возможности покинуть нашу страну.